Здравствуйте, друзья! На 67-м году жизни скончался бард, поэт и актер Виталий Огородников. Полгода назад у него выявили рак легких 4-й степени, но все надежды на выздоровление не оправдались. Летом прошлого года Огородников снялся в фильме «Чтобы не было холодно». В компании, которая вела съемки, с горечью констатировали, роль оказалась пророческой. Огородников сыграл мужчину, который по сюжету умирает. Буквально через полгода артист скончался. Напомним, Виталий Огородников публиковался в газетах, выпускал собственные сборники стихов, играл в спектаклях и кино. Особой иронией является и то, что Виталий был большим поклонником здорового образа жизни и никогда не курил. Как советский артист Валерий Крамаров, также всю жизнь боялся рака, занимался йогой, вел здоровый образ жизни, но скончался также от рака.